На базе лицея номер 4 расположился лагерь труда и отдыха. Рабочий день у школьников значительно отличается от взрослых. Начинается он с полезного для здоровья – зарядки. После утренней разминки юные сотрудники компании «СОЭК» идут на плотный завтрак. Питание, конечно, все сбалансированное. Дают фрукты, соки, молочную продукцию. Все очень вкусно. Всегда съедают все порции. Каждый день фронт работы разный. Сегодня первая задача ребят – очистить территорию спортивной площадки образовательного учреждения. Александра Мальцева с первого дня трудовой смены в рабочий момент влилась быстро. Ведь за спиной школьницы уже 2 трудовых лета. Я работаю в трудовом отряде уже 3-й раз. Мне очень нравится. Встречаешь новые знакомства, общаешься, получаешь много опыта. Ну, конечно, помогаешь городу становиться чище. Ну, как-то вот, мне кажется, это лучше, чем проводить время дома. Данил Лысенко в этом деле новичок. Это его первый трудовой опыт, первое официальное место работы и шанс уже неплохо заработать в свои 14 лет. Я узнала от бабушки то, что, ну, есть такая работа, молодежная биржа. Она меня еще с детства, я у нее спрашивала то, что можно где-нибудь подзаработать, так как у меня с детства я постоянно часто терял телефоны, из-за этого хотел подзаработать. Этим летом я пошел на работу, и, ну, зарплата хорошая, мне нравится. В принципе, устаешь, но главное, когда деньги получишь, будешь радоваться. Вот скоро зарплата будет. Первая трудовая четверть школьников подходит к завершению. Работают ребята по 4 часа в день. Работа ребят заключается в благоустройстве и поддержании в порядке территории города Ленинско-Кузнецкого, дворовых площадок. И также мы оказываем адресную помощь людям, пожилым, ветеранам, которые обращаются в нашу организацию. То есть это уголь скидать и помочь что-то в огороде. Дети собирают мусор, занимаются озеленением клумб. Работа слажена, у нас замечательные ребята, все подобрались очень дружные, веселые, позитивные. Поэтому работа же, она заключается не только в том, чтобы работать, собственно. Ребята общаются, знакомятся, заводят новых друзей с огромным интересом, какие-то устраиваем между отрядом соревнований. Следующая трудовая смена начнет свою работу 19 июня. Работать приступят 120 юных ленинск-кузнечан. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Риа Ленинск.